Благодаря финансовой поддержке компании «ТВЭЛ» конкурс «Предприниматель года» проходит в нашем городе уже 7-й год подряд. Участие в нем принимают самые успешные и стабильные предприниматели и организации города. В этом году было подано более 30 заявок по 7 номинациям. С приветственным словом участникам конкурса глава Новоуральского округа Александр Баранов. Наш форум «Инно-Новоуральск 2017 удался. Благодарю всех участников нашего форума, благодарю всех посетителей форума, всех, кто принял участие в круглых столах, всех, кто участвует в выставке, кто здесь сегодня присутствует. Спасибо вам! Призерами конкурса стали такие проекты, как кабинет терапии, косметологии, оказание услуг в сфере налогов, женский спортклуб, центр рекламных технологий, сувенирно-подарочной продукции, мастерская по ремонту одежды и обуви, интернет-магазин полезной и вкусной еды, детская творческая студия, автошкола и многие другие. Студия красоты. Я косметолог. Студия организована на двоих мастеров, то есть получается. Сейчас достаточно выгодная система налогообложения, поэтому welcome всем. У меня проект, сайт, на котором можно принимать участие дистанционно. Сфера образования. Это профессиональная деятельность, то есть все желающие, преподаватели, учителя, дети могут принять участие. Участие в конкурсах, выкладывать свои методические разработки, конспекты. Пожелаю терпения и иметь огромное желание, тогда все получится. Сами предприниматели говорят, открыть свое дело в нашем городе, развивать его сложно, но интересно, а главное, для этого есть все возможности. Мое главное достижение – это 5 из 5 успешных стартапов, которые я запускала. Они действительно жизнеспособны, жизнестойкие, и моя узконаправленность – это помогать предпринимателям развиваться без дополнительных затрат. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков, Антон Пылаев, Дмитрий Орлов. Объектив. Итоги.